Наши покупочки сегодня очень хороший, качественный, я бы сказала, корм для стерилизованных кошек. Сухой фарш, свинина, плюс, по-моему, теленок, да, грис, о, кальвакел. И корм влажный для кошек взяли на 10 дней запас. Плюс вот кефир, он не пользуется популярностью в Дании, не любят кефир, а мы любим. Ну, хороший кефир, обычный, датчане просто не любят. А это детский кефирчик с добавками, он более нежную консистенцию имеет. Тоже не особенно популярностью пользуется. Это творожок, паста польский и ирландское масло. Вот. Ну, вообще-то это название, оно тоже польское, это масло, и значительно дешевле датского, поэтому мы купили именно такое.